Торжество не я, а вот наша замечательная коллекция, собственно говоря, по этому поводу мы сегодня собрались. Спасибо большое, что вы пришли. Я даже не ожидала, что будет такая многочисленная аудитория. Дорогие мои, то, что вы сегодня услышите, в общем-то, это, конечно, довольно-таки известная информация, но все-таки вот так близко подойти, потрогать, посмотреть и послушать, наверное, ну, не всегда есть возможность. На самом деле, я хочу предоставить слово еще одному замечательному человеку, которого я сегодня пригласила. Николай Александрович, пойдемте. Это, ну, можно сказать, мой коллега, но для меня он как бы энциклопедия ходячая, он настоящий фольклорист, этнограф. Вы просто нам что-нибудь скажите немножко вот о коллекции, а потом уже я подробности. Вот представьте нам ее, как вот, вы как фольклорист. Ну, во-первых, я должен сказать, дорогие взрослые дети, что в основном вот все вот эти вещи, они все использовались в быту когда-то. И это, пожалуй, самое ценное, самое сокровенное. У Танюши этого побольше, у кого-то поменьше, у меня тоже есть, но немного, но все равно кое-какие крохи, которые имеют конкретное отношение к нашей жизни. В этом ходили, в этом радовались, в этом убивались по горю. И это было великое счастье. Вот некоторые рубахи гляжу, у меня тоже такие когда-то были, все раздарено. Полотенцев у мамы лежал, полный сундук под коленкой не закрывался. Все это было, платков тоже было очень много. И, пожалуй, это самое сокровенное, что нам есть чем погордиться. Нам есть что показать, особенно вот Танюше. У нее такая богатейшая коллекция. Большинство, практически большинство народов, которые населяли территорию нашего края. И это очень здорово. Спасибо.